А мы продолжаем дальше! Как настроение, хорошо, вы здесь? Отлично, едем дальше! Следующая весовая категория! 57 килограммов! Боец из Кыргызстана! Баишев Урмат! Давайте, бойцы, поактивней! Наши бойцы готовы! В синем углу! Боец, весовая категория 57 килограммов! Рост 165 сантиметров! Основные достижения спортсмена! Чемпион ММА! Город Ош! Команда Улукыргыз! 1997 года рождения! Тренер Омурзаков Тынштых! Под ваши аплодисменты! Баишев Урматбек! Его соперник, весовая категория 57 килограммов, рост 165 сантиметров. Команда «Спортклуб Савай» 1993 года рождения. Тренер Модморов Ханыбек. Встречайте, друзья, Мамырджан Улу Майрамбек! Бойцы на середину! Слушаю мою команду четко. За сетку, за шорты не держим. Пах, позвоночник, затылок не работает. Пожалуй, руку друг другу. По углам. Удачи, бойцы! Давай! 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 Дав
Дорогие секунданты, только два человека помогают бойцу, остальные уйдите!
Секунданты, будет карточка! Только два секунданта, остальные уходим! Два секунданта! Секунданты, не мешаем, отходим! Судьи не видят! Я урма, не мешаем боковым судьям, секунданты! Очень активно бьются бойцы в партере. Партеры активно работают, бойцы, пока что. Конец боя! Ваши аплодисменты, хорошо! Дорогие друзья, как настроение? Я вижу, у вас очень много стало. Вы становитесь все ближе и ближе. Но в то же время, друзья, чересчур близко не подходим, потому что наши гости, которые сидят там на трибунах, им плохо видно. Хорошо, поэтому не думайте только о себе, думайте о всех. А теперь, сейчас мы увидим и узнаем, кто же выиграл. Бойцы явились целых два раунда. Дорогие друзья, решением судей победу одержал боец в синем углу Паишев Урмат, Кыргызстан! Отлично, друзья, ваши дипломы от Федерации В, фото на память.